Всех приветствую. На запись я уже поставила. Сегодня проведу прямой эфир по вашим просьбам. И тема у нас будет RuStream. Сейчас буду подробно рассказывать. Если вдруг пропадет звук, либо демонстрация экрана пропадет, в общем, вы тогда сигнальте. Все, экран показывается у меня. Нужна будет страничка ВКонтакте, которая наполнена друзьями. Не 300 друзей, не 500 друзей, а 1000, 2000 и как можно больше. У меня друзей 7266. В следующих голосовых на следующей неделе я буду показывать через сервисы, как набирать друзей ВКонтакте. Потому что если их будет очень мало ВКонтакте, то этот сервис RuStream будет эффективен. Что такое RuStream? Пользуюсь я им примерно полгода, то есть он вышел, ну, может, чуть больше. Вышел он не так давно и уже набрал хорошую популярность. Что такое RuStream? Это простой, быстрый, удобный способ проведения прямых эфиров. Сервис позволяет запускать прямой эфир, заранее подготовленный видеоролик. Вы можете устанавливать интервал повтора трансляции, запустить трансляцию в указанное время. Даже если у вас будет выключен компьютер, либо телефон, либо вы вообще не будете им пользоваться, запланируете и все, идете заниматься своими делами. Можно подключить несколько аккаунтов ВКонтакте, несколько телеграм-каналов и загрузить 3 разных видео для рандомной выборки. Новым пользователям доступен пробный период на 3 дня для ознакомления с функционалом сайта. Пробный период включает в себя функционал пакета «Старт». На сайте действует партнерская программа, которая дает вам 10 бонусных начислений от суммы пополнения ваших партнеров. Вывести их нельзя, их можно использовать, чтобы не платить свои деньги, можно их использовать для абонентской платы. Эфиры – это идеальный способ продвижения любого товара или услуги. Автоэфиры через RuStream – это еще экономия времени, сил и энергии. Конечно, я в сетевом бизнесе за автоматизацию. Вот если человек нажмет на колокольчик, каждые 8 часов он увидит, что Ирина Маркелова запустила прямой эфир. Вот как здесь, смотрите, Татьяна начала прямую трансляцию, Андрей провел уже прямую трансляцию, пассивный доход, Валерий провел прямую трансляцию и так далее. Также и у вас, у ваших друзей-подписчиков будет вот оповещение каждому человеку, что вы начали прямой эфир. Зайдем в кабинет. Чтобы зарегистрироваться, надо пройти по реферальной ссылке, указать свою почту, придумать пароль и авторизоваться. Кстати, группу я еще не пробовала. Можно в Телеграме, либо в чате, либо если есть у вас канал Телеграм. Трансляция запустится в указанное время и выключится. В подписках видно, какие здесь пакеты. У меня пакет... Сначала я пробовала VIP, 3 ролика здесь. Ну, потом не увидела смысла. Я веду 2 аккаунта, а за третий платить как бы не вижу смысла. ВКонтакте старт у меня подключен. 1 аккаунт, 1 ролик. То есть один ролик у меня крутится примерно 3-4 дня, ну, чтобы он людям не приелся, я потом его убираю и загружаю другой ролик. Выходит трансляция в заданное время по интервалу и доступен тестовый период для новичков 3 дня. ВКонтакте Pro здесь 1 аккаунт и 3 ролика. Можно крутить 3 разных ролика. Вот трансляция как проходит, она потом через выбранное время, ну вот у меня каждые 8 часов. Можно выбрать каждые 2 часа, каждые 4 часа, каждые 6 часов. Но я не вижу в этом смысла, чтобы друзья и подписчики не устали от того, что каждые 2 часа будет оповещение, что вы проводите трансляцию, и могут охладеть, может, интерес к вам. Я запускаю раз в 8 часов, это максимально. Даже если бы была возможность, я бы запускала раз в 12 часов, но такой возможности нет. Кстати, по моей просьбе админ этого сервиса сделал каждые 8 часов, потому что там самый максимальный промежуток был каждые 4 часа.
Потом эта трансляция удаляется со стены и запускается новая. То есть нет такого, что трансляция за трансляцией загромождают вашу стену, захламляет. Нет, она удаляется автоматически, загружается новая. ВКонтакте VIP. Здесь можно загрузить 3 ролика и 3 аккаунта ВКонтакте. В заданное время нужен ролик, гибкая настройка каждого аккаунта, интервалы повтора трансляции 30 минут и 1,5 часа. Здесь в группы, также вот за месяц 300 рублей, одна группа, один ролик, про 500 рублей, одна группа, 3 ролика, и VIP, 3 группы, 3 ролика, 800 рублей. В Телеграме стоимость 300 рублей, один аккаунт Телеграм и один канал Телеграм. Про 600 рублей, один аккаунт Телеграм, два канала трансляций. Трансляции, да, на двух каналах. И Телеграм VIP 900 рублей, один аккаунт Телеграм, трансляции, три канала. Так, все. Дальше, партнеры у меня уже перешли по моей ссылке 258 человек. Ну и вот тут показано, кто оплатил. Вот, от кого-то 30 рублей пришло, от кого-то 40 рублей пришло, от кого-то ничего не пришло, просто пробный период, кто-то не оценил. Я пользуюсь ей постоянно, каждый месяц, и только кабинет ВКонтакте у меня. Вот посмотрим, я здесь загрузила бот GinMoney, подарки на кошелек. Зайдем на мою страничку и посмотрим, когда она у меня прошла. А прошла она у меня сегодня в 7 часов утра, 47 минут. Посмотрели ее, вот 59 просмотров здесь. Уже 12 лайков на ней стоит. Спустя 8 часов от этого времени она удалится. И опять она же запустится. И опять у всех выскочит оповещение в виде колокольчика. Как скачивать файл. Сейчас я вам покажу одного бота. Здесь рекомендуется небольшой по весу. То есть админ проекта рекомендовал скачивать с YouTube. Как скачивать с YouTube, сейчас я вам покажу. Есть такой бот. Ну, их несколько ботов таких. Я пользуюсь вот таким. YouTube Гусаров бот. Сначала для новичков бот предлагает подписаться там на 2 канала, проверить подписку, а потом уже вы можете им пользоваться. Это бесплатно. Берем из YouTube ссылку. Ну, чужой ролик тоже можно крутить. Например, Сергея Сергеева ролик можно крутить. Ну, чем длиннее, ну, на 2 минуты ролик, конечно, я не рекомендую, ну, как минимум, может, 5 минут или 10 минут, или даже час. И в течение часа ваша трансляция будет идти. Копируем вверху ссылочку, нажимаем «Копировать». Здесь вставляем ее, отправляем боту. Он анализирует ссылку. И вот можно скачивать. Вот в таком качестве будет чуть похуже, но меньше вес. Или 720. Переходим по этой ссылочке. И в зависимости от того, какой у вас браузер по умолчанию, вас перекидывает на браузер. Потом вы нажимаете вот эти 3 точки. И у вас здесь будет загрузить. Загружается долго, ну, в зависимости, сколько времени занимает ваш ролик. Я не буду сейчас загружать. Сохраняете его в папку, либо на рабочем столе, либо в документы. Потом идете в Рустрим. Сейчас я остановлю и удалю здесь и покажу какой-нибудь другой. Вот уже 18 раз она у меня запустилась. Достаточно.
У вас будет стоять вот такой плюсик. На него нажимаете, здесь выбираете файл. Презентация другого проекта. Файл загружен. Где он работает, не пойму. Здесь пишем, ну, например, марафон. Здесь можно написать «пиши в Telegram», либо вставить свою реферальную ссылку. Файл выбран. Вот здесь вот выберите дату и время. И смотрим. Сегодня 1 июня. Если я хочу, чтобы запустилось, ну, например, в 13 минут. Вот через минутку нажимаем «Установить». Здесь выбираем интервал показа. Вот каждый час не рекомендуется. Вот каждые 8 часов я выбираю, нажимаю «Создать». А, уже 13 минут. Ну, сейчас 14 минут, потому что если уже 13 минут, то она не запустится. И нажимаю «Создать». Видео обрабатывается от 2 до 15 минут. Время обработки 5 минут. Подождем минутку. Ну, вообще коротенькое видео должно быстро обработаться. Ну, длинные видео обрабатываются примерно 15 минут. Ну да, уже 14 минут. Надо было запас взять. У нас когда дождь идет, так интернет пропадает и очень медленно работает. Страницы так все долго грузятся. В общем, видео еще обрабатывается. Ну, не буду ждать, что оно будет, 5 минут ждать. Давайте на вопросы отвечу, если так. И пока сейчас остановлю. Запись.